Петербург, 1912, примерно 10-й год, первое показательное выступление русских неуклюжих летательных аппаратов, Илья Муромец, русский Витязь и прочее, и прочее, и прочее. И стоят люди и глазеют, совершенно не представляют, что этот цирк под открытым небом когда-нибудь обернется против них. Возрыхлантный парк. Куда, петербургские жители, толпой веселой бежите вы? Какое вас гонит событие в предвеселочарный лесок? Там зонтики белые пенью, мальчишки и люди степенные сверят палашами военные. Оркестр играет вальсон. Ах, летчик отчаянной удочки, шофёрские вальни и дудочки, но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе? И так ли уж вам обязательно, что вставшие к празднику затемно глазеют на вас обыватели, роняя свои канатье? Коляска тесному обочины, взволнованы и озабочены, толпятся купцы и рабочие, и каждый без памяти рад увидеть, как небе над городом в пространстве, наполненном холодом, на звуки нестройного хорода нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветром бегом еще, опору в пространстве видовища несется над головой. Такая забава не кстати ли, за отпрыского радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трюк цирковой. Куда, петербургские жители, толпой веселой бежите вы, не стелет свой след истребители о век на самой заре. Небо пустыни без бежища достигнут лишь первый рубеж еще, и завтра не могу убежище отроют вас во дворе. Небо пустыни без бежища достигнут лишь первый рубеж еще, и завтра не могу убежище.